Что сегодня на ламоде у нас? Какие-то есть скидки у нас предновогодние? Лучше подойти, не скрывай. Давай, эти суки хотят. Это Куся, сука, на ламоде заказала. Это Куся, сука, на ламоде заказала. Потому что я под каблучник. Подкаблучником быть хорошо. Подкаблучником быть хорошо у той женщины, которая всегда делает то, что ты ее просишь. То есть сосет тогда, когда ты хочешь, дает тебе, когда ты хочешь. У такой женщины подкаблучником быть нормально. Ты живешь с женщиной, у нее месячная на неделю. Ну, 5-7 дней. О, не дуй. Ты ж не будешь, типа, не буду, терпеть, блин. Да, да, Сереж. Да, да. Что такое, Серега? А что там такое? Да не, я ничего не говорил. Давай. Я не говорил ничего. Ага. Допустим, да, вот девушка, мальчик идет к другому человеку. Он, значит, так хочет. Значит, ему так лучше. И не нужно никого обвинять в этом. Это его жизнь, личная жизнь. Понял? Если у тебя есть жена, жена ушла к другому. Это не, ну, не повод, чтобы ее оскорблять или обвинять в этом. Значит, ей так лучше, понимаешь? Здравствуйте, Денис 2506-91, Алина 95. Хотел бы узнать, не изменять ли мне супруга с рокером. Всем must have и доброго вечера. Хочу поздравить своего друга Дениса Сухачева с днем рождения. Сам я рокер. Готовим с твоей женой для тебя сюрприз. Жди нас. Ну, я желаю, чтобы сюрприз удался. Группа «Секрет» в программе «Только для вас». Да, зима, конечно, лютая. Холод невыносимый. Единственное, что меня спасает, это любимая КС, в которой даже нет зимней операции. Или же... Операция Frozen Blade у Epic Drop — это простой путь получить нож для каждого. Правила простые. Выполнил задание — получил приз. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное АВП, а на 30-м и 45-м забираешь уже гарантированный перчик. Ну а на 60-м — бесплатный кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции так-то стоит 600 рублей, но для вас по ссылке в описании лично я намутил 100% скидку. Это подарок на Новый год каждому из вас. Мало? Тогда играй в бесплатную рождественскую мини-игру по CS2, в которой тебе просто нужно добежать курочкой до конца игрового поля и не попасться под пулю врага. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно, можно фармить мега-кейсы. Вот наполнение третьего мега-кейса всего лишь за 85 побед. Представляете, и все это халявно. Нафармить можно буквально, ну, за дня 3-4, ведь играть можно раз в час бесплатно. Все это добро продлится до конца этой зимы, поэтому ссылочку я оставил снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Алина Сухачева, пошла нахуй, шлюха! Уйди отсюда! Уйди нахуй, сказал! Звонит мне. Да-да. Все, вот пузик. Да. Сережка звонит? Серега.
Звонит уже третий раз. Алло, здравствуйте. Я понял, да, Сереж. Ага. Я понял, да. Все. Пошел кого? Алина Сухачева, шлюха. Алина Сухачева, шлюха. Валера, привет. По работе звонили? Не знаешь, знаешь, как задонатить бабе. Я просто нигде не могу найти его донатион. По работе звонили? И, кстати, алло, 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 слышно? Бутычем. Да-да, Батон, по работе тебе звонили. А что, слышно было? Прости за мой бездум. Не-не, ничего не слышно. Серега просто звонил. Мне не дай... Как зовут вашего кота, которого сегодня выложила твоя жена у себя в Телеграме? Кота как зовут? Ну, вопрос под ковыркой и чувствуется. Сука. Пацаны не поймут. Стыдно перед пацанами, жесть. Кота как... Я не знаю, какой там кот именно. Доктор. Наверное, он. Я не знаю. Я просто там не знаю, где-то там что видел. Я вообще там нигде не бываю, в принципе, да. У нас разные места встречи. Я их не видел уже, ну, наверное, недели три, никого. Я вообще не там не бываю. Я сейчас живу один. Давно уже, месяца три. Ролинка на экране, ролинка на экране. Давай, Барбуха, ролинка ротик на экране. Ролинка на экране. Красивые у тебя педали. Это я тебе купил на Ламода. Мастха. Смотри, какие подкрадульки. Ить. Согласись, это я купил для своей принцессы. Алин, ты слышишь меня? Ты точно не приедешь? Она не приедет, точно. Алин, ты точно не приедешь? Она не приедет, она, бля. У меня месячная. Хорошо бы, чтобы Алинка бы не приехала. Да не приедет она. Она тварина может приехать. Она еще та гадость. У нее радиатор протекает. Вот Алинка приедет. Так да не приедет она. Алло. Какая нахуй Ламода? Я Заня! Так, ладно, ребят, нужно дедушке в больницу. Срочно процедуры всякие. Ой, старость, не радость. Все, ребят, до встречи. Ты за посылками? Там что, Ламода позвонили? Заткнись ты. Да. Мамонты пожаловали, прикинь, выловил. Заказы. На двадцатку можно заказать себе. Люблю. Давай на двадцаточку, давай, целую. Мама, это было, бля, два мама, это, бля, двоих его. Давай, целую. Серёж, это самое, что, болгарку, да? Алло. Да, её. Она мне сказала, пока на Ламоду не собираешь, не возвращайся. Понял. Хорошо, Серёж, давай. Чёл. Всё, успокоились, ещё раз спрашивай. Сейчас, я сказал. Да нахуй ты мне нужен, да, без Ламоды? Ты кидай мне! Нахуй ты мне нужен, да, без Ламоды? Ты кидай мне! Даниил Карагодин. Хочу от чистого сердца поздравить своего верного друга Дениса Сухачева. Денис, я с твоей женой Алиной уже приготовили сюрприз. Скоро будем дома. Привет. А, да, пошел нахуй.
Вообще, просто тут минутка славы образовалась. Привет мужу Денису Сухачеву, он дальнобойщик, едет в рейсе, ждем его дома с дочкой Ксюшенькой, жена Алина. Что-то как-то показания расходятся. Так, привет моему другу Сухачеву Денису, пусть дорога будет прямой, а небо чистым, это написал Димон. Шансон сегодня у моей дочки Алины Рокирович и ее мужа Стаса, годовщина свадьбы. Ой, твой любящий отец Максим и друг семьи Валерий поздравляют вас. Живите счастливо, и да, пусть ладно. У вас будет самая крепкая семья. Все, ребят, всех сосите. Ой, всем спасибо, всем пока-пока. Обнимаю, целую, люблю, до свидания. А значит, все, не балуйтесь. Все. Давай быстрее, ламода закрывается, если не успеем, пизды получим оба. Да дебил, похуй вообще. Да-да, похуй, получим вместе.